Действительно соскучились болельщики команды «Партакор» по большому футболу. Отлично подготовились к матчу организаторов встреч. Под звонкими голосами Карнаев и Сурнаев, веселых национальных танцев, любители футбола встретили соревнующих команд. Черноморец. Хозяева поля сразу устремились в атаку, и первые 10-15 минут пришлось изрядно поволноваться опытному голкиперу Гришко, который надежно защищал неприкосновенность своих ворот. По окончанию матча Гришко и Пятницкий были названы лучшими игроками матча. Хотя счет в этом матче не был открыт, опасных моментов у обеих ворот было достаточно. И первый матч 54-й футбольной весны в Ташкенте не испортил настроение ни болельщикам, ни соревнующим командам. Мои коллеги по футбольному обозрению интересуются о целях и задачах команды «Партакор» высшей лиги в этом сезоне. Ну, цели, вы знаете, задачи всегда высокие.